ребята, всем день добрый. Вот. Заехал я после птичьего рынка вот к человеку. Еще обещал заехать. Здесь, ну, вот посмотрите, я не знаю даже, как вам показать. Голубей много. Они вон. На улице дети еще боятся голуби. Боятся. На улице дети в футбол играют. В общем, сейчас постараюсь вот так вот приблизить. Показать, они вон бьются. И жмутся все. Ну, в общем, здесь и узбеки. Большая масса лениноканской птицы. Бакинцы есть разнообразные. Вон, смотрю, вон желторяжный есть. Мрамор вот такой. Ореховый, не ореховый. Очень много лениноканцев. Белые, сизые. Вот такие сиреневые пояса. О-о-о! Не пугайте голубей! Дети играют в футбол. Голуби боятся. Вот. Валерий лучше снимать нельзя, чем клетки на рынке. Вот. Небольшой обзор покажу. Вот. И надеюсь, что там, через месяц, полтора, может быть, постараюсь все приехать. И уже будут ребята на гоне, вот пока этих ничего не гоняются, вот такие малышата, вот лениноканец сидит, там он белый, вот такой вот ореховый. Очень много молодежи здесь бегает внутри. Мордовский белый, птица разнообразная, он чили, красный, он травяной, зеркальный бегает. Веки вот такой вот мраморный. Да, красавчик. Как бы показать. В общем, есть коллекция богатая. Покажу. Вот. Он прям перед мордой сыграл. В общем, здесь тоже вот весна, тепло, голуби занимаются своими делами. Так что дети, все дети. Главное, что погода. Ну, здесь чуть-чуть темновато, в основном вот здесь, в принципе, вот такой вот небольшой обзор голубей, в принципе, надеюсь.
надеюсь, что более-менее видно. Такие вот ребята. Тут и таклы, и ленинаканцы, и азиаты, бакинцы. Ну и все, ребята, все. На этом буду заканчивать тренинг.